Город Краснодар, золотой директор. Ну, расскажите нам, какой у вас яркий результат, что у вас впечатлило? Ну, как я писала, конечно, в своем результате, что я мастер спорта по легкой атлетике. Аплодисменты. Конечно, скажем так, что все спортсмены не думали о своем здоровье, когда бежали к своим вершинам достижений. И однажды просто меня с дорожки увели под белые руки. И один умный человек мне сказал: если ты уйдешь сама, или тебя унесут вперед ногами. Выбора не было, поэтому пришлось уйти. Долгие годы работы на аптеку, на врачей. А скажите, вот часто у спортсменов бывает проблема мениска. Вы с этим столкнулись? Проблема мениска, да, но у меня как-то больше спина волновала, столичный нерв и проблемы с сердцем, потому что когда занимаешься, не думаешь о том, что здоровье может когда-то закончиться в один прекрасный момент. Оно заканчивается, этот момент наступает, и поэтому развалилась вся. А скажите, пожалуйста, извините, что перебиваю вас, скажите, а как вы узнали информацию о Коралловом клубе, как она дошла к вам? Ну, получилось так, что 3 года тому назад, в общем-то, почти ровно 3 года, мой муж поехал в командировку в Днепропетровск, он тоже у меня занимался спортом и продолжает помогать людям сегодня не в плане врачебной помощи, а врачевания. В том-то и дело, что людям помогает народными средствами. И поехал в Днепропетровск с футбольной командой. И там услышал информацию о темнопольном микроскопе и о коралловом клубе. Буквально за 5 минут до ухода поезда ему дали информацию, что есть в Краснодаре тоже коралловый клуб. Он приехал сюда, вернее, домой приехал и быстренько меня привел в клуб. Так мое знакомство произошло с коралловым клубом. И результат. Каково сейчас ваше состояние? Ну, состояние мое на сегодняшний день, как мне было 25, я так скажу. То есть можно снова заниматься легкой атлетикой? Можно снова заниматься легкой атлетикой, и я думаю, что лучше заниматься здесь, в клубе. Здесь гораздо интереснее. Вот к этому мы вели. Вы знаете, мало того, тренерская деятельность в коралловом клубе очень здорово оплачивается. Здесь чем круче тренер, тем он больше торчит на сцене. Ну да. Да, я прав? И я вам от души желаю, чтобы ваш большой спорт продолжался в большом коралловом клубе. Спасибо. И снова...